Друзья, представляем вам одну из самых популярных новинок этой осени – нож Вагул. У него разная взвеска с разных сторон. Здесь чуть выше, с этой стороны наоборот, чуть ниже, что позволяет как бы его эксплуатировать с обоих сторон по-разному. Нож очень хорош тем, что он идет как вспомогательный на охоте. Им очень хорошо работать по суставам, по ребрам, разобрать тушку. Клинок – кованая сталь Х12МФ, рукоять – карельская береза, натуральная, пропитываемая в льнянке. В комплекте идет чехол из натуральной кожи. Опять же, на охоте вы можете об кожный чехол немножко подправить лезвие ножа. Идеально подойдет для ношения на ремне. Заказывайте у нас на сайте, на Авито, либо в социальных сетях.